В Чебоксарах прошел третий республиканский слет Чувашского регионального отделения российского движения школьников. На одной площадке собрались юные спасатели, экологи, космонавты, теле- и радиожурналисты. Российскому движению школьников 3 года. За это время в каждом регионе страны заработало свое отделение. В Чувашии они есть во всех районах республики. В этом году на слет приехали более 700 ребят. Сегодня они встречаются с экспертами, известными людьми в своей области. То есть такие эксперты, которые могут донести ребятам суть своей профессии. И ребята могли бы загореться и пойти по их следам. Будущие инспекторы дорожного движения, медики, космонавты. Ребята работают на 12 площадках. Интерес к профессиям большой. Я хочу стать в будущем археологом. Меня это очень сильно интересует, как человека. И также наша школа ежегодно ездит на мероприятия в раскопках. Я также хотела бы бывать. В гимназии №1 в Ядрине работают 4 основных направления. Личностное, творческое развитие, информационно-медийное и военно-патриотическое. На слете сегодня проводится 12 открытых площадок дискуссионных, где наши гимназисты активно будут принимать участие. На каждой площадке от 1 до 2 учащихся. Они с удовольствием участвуют и уже сегодня говорят: очень круто здесь, классно и круто. Екатерина Цыганова на слете первый раз. Она учится в кадетском классе и выбрала близкий по духу проект «Юнармия». В этом году мы участвовали в этих играх. Заняли первое место на районе и выехали в Чувашскую республику. Там мы получили 7-е место. Слет прошел, работа продолжается. Ребята разъехались по домам, чтобы на местах найти себе единомышленников для реализации интересных проектов. Алина Сусметова, Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика.